Завершился регулярный чемпионат российской волейбольной суперлиги, державший болельщиков в напряжении до последнего тура. Набрав по итогам предварительного этапа 44 очка, «Амичка» обошла краснодарское «Динамо» по количеству побед и завоевала место в четверке сильнейших команд чемпионата. На старте сезона волейбольные специалисты сибирскую команду к числу фаворитов чемпионата не относили. К завершению регулярки тон высказывания изменился. Команда Кузюткина, вторая в России по количеству побед, заставила себя уважать. Старт сезона. Новый главный тренер, обновившийся на 80% состав команды. «Амичка» тогда не казалась грозной силой, способной решать серьезные задачи. Однако игровая дисциплина, грамотные тренерские решения, командный дух, ставшие фирменными качествами «Амички», помогли волейбольной дружине Омской области начать восхождение по турнирной таблице национального первенства. Если бы в волейболе присуждали приз «Гроза авторитета», как в футболе, то наши девушки, несомненно, получили бы эту награду за явным преимуществом. Судите сами, во встречах с грандами российского чемпионата амбициозная «Амичка» дважды обескураживала «Уралочку» и «Московское Динамо», по одному разу «Краснодар» и «Казань». Итого 6 побед в 8 возможных матчах с фаворитами. Команда «Амичка» очень сильная, это понятно, это ясно. Команда опытная и на международном классе, потому что вы же все видите, что команда играет и кубки, и побеждает сильнейшие команды нашей страны. Поэтому, конечно, мы тянемся за такими командами. Всего в 22 играх «Амичка» побеждала 17 раз. Также в ходе чемпионата сибирячки установили рекорд по количеству выигранных 5-сетовых поединков. Из 9 8 остались за командой Омской области. Как после сказал наставник «Амичек» Владимир Кузюткин, регулярный чемпионат его команда прошла ровно, без срывов и спадов. При этом ведущие волейболистки клуба заработали звание лучших в своих игровых амплуа. Это капитан «Амички» Елена Юрьева с высоким коэффициентом полезного действия на блоке, Марина Акулова как исполнитель наибольшего количества подач. Сразу две «Амички», нападающие Марина Марченко и либеро Виктория Кузякина, возглавили топ-лист лучших принимающих. А диагональная Нелли Алишева чаще других российских коллег атаковала. Наш первый номер заставляла поволноваться соперников 944 раза. Игрок один. Не выиграть, не проиграть не сможет. Вот. Выиграть может только вся команда, проигрывает тоже вся команда. Как бы ни развивались события на площадке, с командой всегда их верные болельщики, которые домашних матчей любимой команды не пропускают. А в последних выездных поединках сезона, в которых, по сути, решался вопрос выхода в плей-офф, преданные болельщики поддерживали любимую команду в других городах. Омский «Десант» побывал с волейболистками в Нижнем Тагиле, где «Амичка» в 5 партиях обыграла «Уралочку». Да, особенно в Тагиле нам очень они помогли, потому что там играли с «Уралочкой», то есть там зал был полон их, и наши болельщики было слышно больше, чем, наверное, весь зал. И они молодцы, нам очень помогло. Стали омские болельщики свидетелями заключительного матча регулярки в Тюмени, когда «Амичка» в 4 сетах переиграла местный клуб и окончательно утвердилась в четверке сильнейших команд страны. Я вам хочу сказать, что мы команда, мы молодцы, победили. Это самое главное сейчас – быть вместе. И хоть как бы тяжело не было, быть вместе, и победа придет нам. Главное – терпение. Волейбольная Россия ждет серии плей-офф. За медали нынешнего сезона будут бороться два «Динамо» – столичная и казанская, «Уралочка» и «Амичка». В полуфинальных поединках до 2 побед за право выхода в финал дружина Кузюткина поспорит с действующим чемпионом страны из столицы Татарстана. Первую полуфинальную встречу наша команда проведет в Казани 20 марта. Ответный поединок на Омской площадке состоится 31 марта.